осы Шымкент қаласында өтіп жатқан республикалық олимпиаданың қатысушымын. Мен олимпиада осы республикалық олимпиадаға бірінші рет қатысып отырмын. Және Шымкент қаласы туралы айтып кететін болсам, оқушыларды жылы қарсы алумен және тағы да біздің асты үстімізге түсіп, біздің жағдайымызды жасап жүргендігімен маған ұнап жатыр. И я очень рада, что это пришло именно в таком формате, потому что я считаю, что здесь я набралась много академических знаний. В принципе, офлайн олимпиада приносит другие ощущения. И я считаю, что олимпиада лично, по моему мнению, для участников олимпиады по химии прошла на хорошем уровне. То есть она была хорошо организована, мне понравились задания. Уровень заданий был довольно сложным. И это как бы стимул для развития всех участников олимпиады. Мне также понравилось место проведения, выбор места проведения, так как Шымкент — это довольно теплое место, и это, в принципе, создает такие благоприятные условия для участников олимпиады. Физика пәнінен республикалық олимпиаданың қорытынды кезеңіне қатысушымын. Осы республикалық олимпиаданың қорытынды кезеңі өте жоғары деңгейде өтіп жатқанына куәгермін. Осы ұйымдастырушылар бізді Шым қаланың көрнекті жерлеріне экскурсия жасағанына мың алғыс. Осы олимпиада көп тәжірибе әкелді, жаңа достар таптым. Осы олимпиаданы республикалық кезеңіне өткеніме өте қуаныштымын. Химия пәнінің қатысушысы болам, және де осы ұйымдастырушыларға осылай Шымкентті көрсетіп, көрікті жерлеріне апарып, экспедиция жасатып жатқанына алғысымды білдіремін, және барша қатысушыларға сәттілік. Я участница Республиканской олимпиады по математике. Я хотела бы сказать большое спасибо за организацию данной олимпиады, за общежитие, которое позволяет нам комфортно подготовиться к олимпиаде. Здесь очень хорошее питание, здесь тепло, уютно и комфортно. Здесь можно подготовиться. Данная олимпиада позволяет нам показать свои знания, получить опыт, новых друзей приобрести. И я бы хотела сказать большое спасибо за то, что вы организуете такие олимпиады для нас и позволяете нам увидеть другие города, других людей. Хочу поздравить всех с сегодняшним замечательным праздником Наурыз. От всего города Алматы выражаю огромную благодарность за гостеприимство и теплый прием города Шымкент. Нам всем здесь очень понравилось. Мы вас благодарим.